Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Илиаван. Меня зовут Илья, и я продолжаю делать обзоры на журнал Touch. И это у нас новиночка. Это 10-й выпуск, 2017 год. Вот, он называется просто классик. С такой офигительной машинкой Cruz Ramirez. Вот, давайте мы наконец-то распакуем. Вот. Мне кажется, это... буду первым человеком, кто снимет этот журнал. Вот, значит, у нас такая вот машинка Cruz Ramirez идет в комплекте. Вот, ну давайте сначала посмотрим журнал. Значит, здесь у нас изображен выхлоп. Название журнала, как я уже сказал, просто классика. Вот, этот... про эту новость мне напомнил и помог канал Зим. Вот, я тебя, если ты меня смотришь, я тебя за это очень сильно благодарю, за что напомнил, мы же все-таки партнеры, да? Вот, ну что ж, открывай. Вот здесь у нас продолжается вот эта вот рубрика, как бы разные товары к тачкам 3. Вот, и здесь у нас опытные гонщики на страницах журнала «Тачки». Вот здесь у нас, кажется, это Сэмми Гон, а вот и Док Хадсон. О, дальше у нас рассказывается про выхлопа. Вот. Выхлоп, не смоки. Не люблю, когда его называют смоки. Вот. Никаких смоки. Выхлоп. Вот, наконец-то правильно сделали. Вот, сейчас посмотрим. Значит, выхлоп у нас механик и шеф команды Дока Хадсона. Так, место жительства Томас Вилл, США. Опыт, лучший механик в городе. Очень внимательный, подмечает все нюансы, особенности. В последние годы он выглядит потрепанным, но внешность для выхлопа не главное. Главное то, что внутри. Вот, дальше у нас идет в команде победителей «Тихая жизнь» и «Порох пороховницах». Вот. И здесь, по-моему, надо найти правильно, найти точную копию Дока Хадсона. Вот дальше у нас игры, данные, статистики. Вот здесь у нас Натали Дайджест. Вот. И здесь надо узнать, кто она по профессии. Вот. Дальше надо найти гонщика, у которого нет пары. Вот. И здесь надо по координатам найти. Вот, значит, вот какое-то задание. Вот, надо читать. Вот дальше у нас комикс «Опасный занос». Здесь у нас Док Хадсон. Вот. Похоже, это старые времена, когда он там тренировался. Вот. Здесь у нас выхлоп появляется. Здесь какой-то новый гонщик. Вот. По-моему, здесь рассказывается, как Док Хадсон учил судебный занос. Или, по-моему, как он вот эту вот машинку учил. Посмотрим.
сначала почитать, что тут пишут. Вот, и под конец мог и говорит, я велел тебе перестать думать, а не начать отвлекаться. Вот и конец. Дальше у нас раскраска, тренировка в Томасвилле. Вот здесь надо раскрасить выхлопа. Вот здесь надо раскрасить, как тренируется молния Маккуин в стиле гоночного центра и Крус Рамирес. Вот и здесь надо найти вот эти вот координаты. Картинки, насколько я понимаю. Вот дальше у нас идут игры. Репортер Хикс. Вот. Тут надо пройти лабиринт и надо посчитать, по какому пути будет самое меньшее количество машин. Вот здесь опять будет какой-то крутой плакат, по-моему, с молнией Маккуина. Вот дальше у нас игра гонка в Томасвилле. Здесь у нас выхлоп, молния Маккуин, Ривер Скотт и Сэмми Гон. Ну, посмотрим, что это будет. Да, и здесь у нас опять плакат с молнией Маккуина по тачкам 3. Вот, будет, наверное, очень круто увидеть вживую. Так, потом здесь надо собрать столько чемоданов, сколько было, чтобы стало 10 килограмм. Вот, и здесь, по-моему, надо найти отличие с Чипом Хиксом. Вот, дальше у нас комикс «Веселенькая тренировка». Вот. Здесь у нас молния Маккуин появляется и гонщики нового поколения. Вот здесь у нас опять Крус Рамирес, который у нас в комплекте идет. Вот. Но она, к сожалению, снова без спойлера. Сделали обычную. Вот. И тут они о чем-то разговаривают. Здесь у нас появляется выхлоп. И мне кажется, что выхлоп учит новых гонщиков нового поколения преодолеть по осу препятствий, как и сержант, мне так кажется. Тут они, я вижу, выдохлись. Вот. Ну и, по-моему, выхлоп говорит, что будем тренироваться каждый день, и, может быть, когда-нибудь вы станете настоящими гонщиками. И, наверное, придется этим гонщикам тренироваться каждый день, я так думаю. Вот, кстати, у нас и конец. Вот. Дальше у нас игры. Нас ждет долгая дорога. Здесь у нас задание с Маком. Вот. Такие задания, по-моему, были в каком-то журнале тачки, но точно не у нас. Вот. Тут надо собрать фургон Мака. Вот. И здесь у нас посчитать, сколько знаков каждого вида. Вот дальше у нас идет поделка, как и нам обещали в журнале. Машинка с шариковым двигателем. Можно сделать вот такую вот машинку, бутылку на колесах, можно сказать. И что-то можно потом будет сделать. Здесь у нас молния, поехали на перегонки. Вот, дальше у нас рисунки читателей. Вот. И чего-то я не узнаю. Смотрите, ребят. Вот это, на самом деле, мой рисунок. Я не знаю, почему они его сделали таким. Я рисовал такого молнию Маккуина. Почему-то сделали Ярослав, Роман, Кострома. Но, ребята, я вам, ребята, говорю, это мой рисунок. Просто почему-то тут не сделали ошибку. Вот. Не знаю, почему так сделали. Мне это как-то взбесило. Я не знаю, почему теперь меня стали исправлять. Вот дальше идет подписка на журнал тачки. Здесь у нас Натали Дайджест. И здесь у нас комикс «Главный совет». Вот. Здесь у нас Круз с молнией. И они, наверное, проходят полосу препятствий, как я понимаю. Но в конце Круз у нас разваливается, проваливается в воду и... Потом, может быть, наверное, выберемся. Не знаю, что тут будет рассказываться.
Так, дальше у нас идут ответы и решения, фишки и кубик. И что будет в следующем выпуске? Вот, встречает новое поколение гонщиков. Здесь у нас Даниэль Сверс. Вот, это гонщик нового поколения, мой самый любимый гонщик на самом деле. Вот. Ну и будем надеяться на следующих персонажей. Вот, ну что ж, значит, вот такой вот у нас был журнал, мне он понравился. И теперь давайте посмотрим самое интересное, вот эту машинку. Вот, как вы знаете, у меня есть уже Jackson Storm. Вот, и мне кажется, что я буду самым первым в Ютубе, кто выложит этот выпуск. Потому что чем ты раньше ведь выложишь, тем больше этих будет. Чем больше будет просмотров. Вот, но у меня что-то как-то не получается открыть нормально. Странно, с прошлой упаковкой было вот так вот дело. Блин, ну дайте мне машинку-то, я не понял. Ну же. О! Вот, значит, вот такая вот у нас картонка получилась. Значит, это у нас мусор. Значит, вот такая вот машинка. Это у нас Крус Рамирес. Это, как я уже знаю, гонщица. Вот, у нее уже сделали несколько стилей. То есть, стили молнии, шторма, Динака. Ну, это самая первая обычная Крус Рамирес. Вот здесь, тут также мелко написан номер. Вот, как бы пасхалочка C0106A. Вот, потом еще тут что-то написано. Значит, это второй персонаж по тачкам 3. Вот, значит, это такого тренера и помощница Молнии Маккуина. Вот, надеюсь, его тоже выпустят. Ну, его сделали в таком мини-мини-версии. Вот, значит, очень прикольная машинка. Вот. Ну что ж, вот такой вот у нас был обзор на журнал «Тачки». 10-й выпуск за 2017 год. С такой вот машинкой Крус Рамирес. Но, к сожалению, издатели Egmont перепутали мой рисунок. Я рисовал аварию Молнии Маккуина. Они там написали, сейчас покажу, что... Ярослав Роман. Ребята, на самом деле это мой рисунок. Не знаю, почему авторы так допустили ошибку. Вот, это единственный минус. Ну а так, конечно же, журнал понравился. Вот. Значит, машинка очень прикольная и компактная. Вот. Ну все, ребята. Это был канал Илья Уа. Меня зовут Илья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. И удачи вам, ребята.